канун Нового года детская библиотека имени Пушкина выложила в свою группу ВКонтакте игровой видеоролик. В нем сотрудники библиотеки раскладывали носочки героя Поттерианы Добби в книге на абонементе. После этого юные читатели стали активно искать такие сюрпризы между страниц произведений, а счастливчики оставляли подарок себе. Такой формат, во-первых, говорит о том, что можно при помощи подобного контента привлечь в библиотеку, а во-вторых, мне кажется, что он доказывает, что здесь не обязательно работать в ТикТок. Здесь работает именно формат ролика, короткого, вертикального. Также Пушкинка реализует творческий проект со школой номер 10. Под руководством педагогов и библиотекарей дети сами пробуют создавать подкасты по биографии или произведениям писателя. Со своим опытом освоения цифрового пространства и социальных сетей Пушкинка поделилась с коллегами на семинаре «Роль методиста в библиотечном обслуживании детей». В Российской государственной детской библиотеке проходил всероссийский семинар для специалистов детских библиотек. И по приглашению главной детской библиотеки нашей страны, наша библиотека представила часовой мастер-класс под названием «Диджитал-контент» для детской аудитории, идеи, проблемы, перспективы. Специалисты из всех регионов России познакомились с опытом работы саровских детских библиотекарей на платформе TikTok, узнали об их идеях и находках, которые помогают в ведении библиотечного экспертного аккаунта. Через несколько дней после выступления в Москве Ксении Якунчиковой поступило предложение прочитать еще и цикл лекций в рамках курсов повышения квалификации для специалистов детских библиотек. Для нас это безумно приятно, потому что мы не только заявляем о себе, мы не только делимся опытом со всей страной, потому что слушателями этих курсов являются библиотекари, методисты со всей страны, но и мы позиционируем себя, свою библиотеку в диджитал-среде. 18 мая детская библиотека имени Пушкина выступит сразу в двух местах – во Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде и на вебинаре Саратовской детской библиотеки. Презентация пройдет на платформе Zoom. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.